Как начисляют плату за коммунальные услуги, как правильно сортировать мусор и где узнать о плановом ремонте подъезда, расскажут жителям Подмосковья. 2 марта во всем регионе пройдет день открытых дверей в управляющих компаниях. На вопросы жителей ответят руководители организаций и государственные жилищные инспекторы области. Это не первая акция. В декабре прошлого года свои двери открыли более 800 управляющих организаций. Посетить офисы приглашают всех желающих. Адреса на официальном сайте Госжилинспекции Московской области.